Привет вас! Случайно попалась в глаза такая интересная новость. Я так понимаю, было ток-шоу, где участвовал Владимир Познер. Ну, кто его не знает. В данном случае я его перестрою хорошо помню. Ему задали довольно провокационный вопрос. Я точно не понял, кто задал, скорее всего, ведущий. Ну, вопрос приблизительно так звучит. Уважаемый Владимир Владимирович, почему, как вы думаете, почти все страны НАТО во главе с США имеют неплохой уровень жизни, а в России и ее союзников, которые неустанно борются с мировым злом, вот с благосостоянием собственного народа, мягко говоря, не очень. Чисто провокационный. Он ответил, причем, надо сказать, должное, ну, все-таки да, может. Ну, соответственно, он указал, что в самом деле, ну, типа США... НАТО это отдельно, США отдельно, но при этом он сказал, в самом деле уровень жизни в странах Евросоюза, куда США не входит, совершенно верно, подметил, молодец, выше, чем в России. Потому много причин, например. И вот дальше он как бы причитает причины, а я, ну как бы, пару копеек вставил, почему нет. Я это все написал в разделе сообщества. Вы знаете, на канале есть такой раздел сообщества, там заходишь и можешь почитать как бы текст. Я там это все написал, то есть как ответил Познер, и пару своих слов вставил. Предлагаю вам почитать, подумать, ну и написать комментарий, если хотите. Еще раз повторяю, заходите на главную страницу, ну, на главную страницу канала, зашли, там где Александр Хременко, потом есть такой, там где главное видео, плейлисты, есть сообщество. Нажимайте сообщество и, пожалуйста, почитайте. Скажите свое мнение.